Всем привет и слава Украине! Передача «Новости с Кавказа» продолжает свою работу. С вами я, Гела Васадзе, и сегодня у нас традиционное «Все будет Украина» с хорошо знакомым и любимым нами Романом Цимбалюком. Приветствую, Ром. Очень рад видеть. Гела, как всегда, взаимно, сакартвелас, как всегда, да Украина, как всегда, гаумарджос. Ром, ну, начну с простого и банального вопроса. Как дела, как настроение в Киеве, как настроение в Украине. Какой настрой? Слушайте, но мы переформатируемся, мы адаптируемся к затяжной войне, и если сказать прямо, народ начинает осознавать, что тезисы через 2-3 дня мы победим и время заказывать лежаки в Ялте – это неправильный подход. У нас меняется и позиционирование украинских властей в этом вопросе, и общество. Все понимают, что, очевидно, всем мужчинам призывного возраста придется пройти в той или иной мере через войну. Это жутко, это страшно, но лучше сказать себе здесь и сейчас всю полноту правды, чем вот эти вот рассказы о том, что, мол, вы там сильно не напрягайтесь, еще немного, приедут абрамсы и всех российских оккупантов сожгут. Абрамсы-то приедут, и не 31, а столько, сколько необходимо. Вопрос в том, что в этих абрамсах будут сидеть граждане Украины. Ну, не такие, как я, потому что я надеюсь, меня в танковые войска не возьмут, потому что я 1.93 метра. Метр 93, да? Да, крышка люка будет немножечко мне мешать. Вот. Но армия – такой организм, который найдет применение всем. Вот это вот важно. Идут изменения в подходах. Значит, президент меняет министра. Да, 93, повыше меня. Я 1.87 метра. Повыше. Ну, да. Если серьезно, значит, важные кадровые решения сейчас у нас. Президент меняет Алексея Резникова на Рустема Умерова на должности министра обороны. Ну, много комментаторов обратили внимание, что Рустем, он крымский татарин, и таким образом сигнал подан Зеленским не только Путину, а всему миру, что Крым будет освобожден огнем и мечом, ну или так, как будет это необходимо. Я на этническую составляющую обращаю всегда в меньшей степени внимания, потому что мне все равно, мы все украинцы, или мы все граждане Украины. Все и украинцы, то, что у нас... украинцы это политическая нация. Конечно, то, что у нас президент еврейского происхождения, это сама этническая составляющая не добавляет ему ни плюсов, ни минусов. Это не имеет значения. Главное, что трезуб, вот, он и хотя, в сердце. Я прошу прощения, хотя тут можно накрутить конспирологию. Смотрите, Израиль не помог Украине, поэтому Зеленский снял еврея и назначил крымского татарина мусульманина. Но это все бред, конечно же, полный бред. Люди найдут конспирологию. Еще раз, это свойство человека. Тут до сих пор масса народа думает, что Пригожин не умер, а где-то там плетет заговор против Путина. Все это в сторону. Жизнь реальна. Значит, в чем важно это кадровое назначение? Значит, Рустем Умеров, он вообще-то в первую очередь менеджер, а министр обороны – это должность, она вроде как министр обороны, вроде она о военных. На самом-то деле ничего подобного. Это обеспечение носками, портянок у нас давно уже нет, обувью, формой, зимней, летней, всеми имеющимися средствами защиты и вооружением. То есть сейчас, вот как выяснилось, вот мы так вот привыкли думать, что у нас там денег на что-то не хватает, еще что-то. Но оказывается, в украинском государстве баблища куча. Вот реально. Благодаря, конечно, донорам, американскому правительству, немецкому и другим правительствам, факт остается фактом. И задача стоит в том, что эти деньги должны четко решать главную задачу, чтобы такие люди, как вы, я могли в Ялте положить свое полотенце на лежак. В конечном счете ведет это все именно туда. Так вот, Рустем, он работал главой фонда государственного имущества, у нас это Держмайно, и он сделал такие вещи, которые никто до него не делал. Значит, у нас же куча на бумаге, куча предприятий государственных, в которых уже давно, я не знаю, там не то что мох порос,
А там ничего нет. Они ничего не производят и не будут производить. Они их ликвидировали. Это честно. И это говорит об эффективных подходах менеджерских. И я Рустема пока еще лично не знаю. Возможно, ситуация изменится. Меняется, я уверен. Да, потому что у нас министр обороны, он некоторые награды раздает. Но я не об этом. Вот этот вот менеджерский подход, то есть у нас же сейчас такие интересные процессы в государстве. Алекс, тут несколько было коррупционных скандалов с Алексеем Резниковым, но я убежден, что и критики его, и сторонники скажут следующее, что это кадровое назначение глобально, сделанное непосредственно перед полномасштабным военным вторжением, оно было, возможно, даже запоздалым. И по сравнению с предыдущим министром Тараном, Резников масса вопросов сдвинул с мертвой точки. Начались закупки, оружие, вооружение. Еще раз, я когда сказал, что у военных бабла теперь вот так вот выше крыши, вопрос, как ты его тратишь. И сейчас, да, коррупционные скандалы подтолкнули, там эта история с яйцами по 17 гривен, там, ну, масса там есть нюансов, можно дискутировать, кто там виноват, не виноват. Я все-таки сторонник того, что если человек украл, то его надо не увольнять, а садить в тюрьму. Но Обязательно. с большой вероятностью Алексея Резникова эта судьба минует, и он с большой вероятностью продолжит свою работу на должности посла Украины в Великобритании. Ну, такие слухи тут ходят. Но сам факт того, что вот этот вот меняется подход государства и кадровая политика, она, как мне кажется, становится, ну, более, ну, что ли, вменяемой. Это интересно. Посмотрим. Вот мы когда с вами записываем, еще голосования в Верховной Раде не было, но у нас, как все понимают, с этим проблем не будет. Вот этот момент, и вот когда вы говорите, как мы живем, ну, все, как мне кажется, осознают, что вот этот вот поворот судьбы, на который мы повернули из-за идиота Владимира Путина, мы пройдем. А вот что важно, война, она же реально, ну, это кровь, это смерть, кровь, смерть и кладбище, в том числе желто-голубыми флагами. Но давайте вдумаемся. Сейчас на армию, которая называла себя второй, наступает ВСУ. И мы убиваем российских оккупантов. И вопрос стоит, как это сделать эффективней, чтобы минимизировать свои потери, а россиян перевести к одной формуле. Формуле Романа Цымбалюка, я ее вот в вашем эфире сейчас патентирую, для российских оккупантов она звучит так. «Уйди или умри» – это два базовых подхода. Ну, и есть для особо умных, я без иронии говорю, таких как Максим Кузьминов, это пилот Ми-8, который перегнал свой вертолет в Украину. Он получил, по-моему, 500 тысяч долларов, новые документы. Он сможет и в Украине продолжить службу, если захочет, или начать новую жизнь в Европе. У нас так интересно сделано, что у нас для некоторых граждан Российской Федерации украинские спецслужбы могут пробить место проживания в Европе или в Штатах. Ну, извините, может, это кому-то секретом казался, но считайте, что я его раскрыл. Уйдите или умрите. Это формула Романа Цымбалюка, которая войдет, я уже говорил, в учебнике истории, обязательно войдет. А что касается нового назначения, ну, я сейчас скажу свое личное мнение. Я хочу сказать большое спасибо и низкий поклон Резникову. Это человек, который во время войны, самые тяжелые дни, был министром обороны. Это человек, в том числе и благодаря которому Украина выстояла. Конечно, это не индульгенция, и мы не знаем, но я исхожу из того, зная примерно госаппарат и как он работает, что далеко не всегда министр несет политическую ответственность за яйца. Но далеко не всегда министр знает о яйцах. Извините, но это так.
невозможно знать про Ну, яйца. Поэтому... вы заметили, что я тоже на этом не акцентировал внимание. Вообще вот давайте просто проговорим это. Алексей Резников провел сколько? 15 рамштайнов. Он был главным переговорщиком от Украины по своим функционалу, по своей должности, получения оружия и боеприпасов от наших западных партнеров. Это важно. Ну, то есть у нас, знаете, как в Украине принято, как человека, которого увольняют, на него обычно там бросают у него тухлые помидоры и всякое такое. Вот, еще раз, я же не просто так сказал, что это назначение было своевременным для Зеленского в каком-то в 21-м году, потому что предыдущий министр, он сейчас у нас тоже посол, если не ошибаюсь, в Словении, он был честным человеком, будете смеяться. Он не одних, как это, ну, люди, с которыми я, может, он не был, а остался, с которыми в курсе этого дела, говорит, что он как пришел в одних штанах там и в одном пиджаке, так в этом и ушел. Только это ж не критерий эффективности. Этот человек, он за время нахождения этой должности, он не купил ни одного бронежилета воюющую армию. А мы воюем с 2014 года. То есть я бы тут использовал не нормативное какое-то слово в его адрес, но в связи с тем, что нас смотрят Дети. люди разных, и дети, и люди разных возрастов, и моему отцу точно очень не нравится, когда я матерюсь, мы этого делать не будем. Но факт остается фактом, что все нормально. Знаете, в одном, по-моему, в одном из клипов Шнура, который продался путинскому режиму, вот этот Потрохами. Москва, да, Москва сгорела, всякое такое, дружил с Александром Невзоровым он когда-то, и они разошлись во взглядах. Ну, к чему я это все веду? Одной из песен, а мы тут все это слушали когда-то, в одном из клипов, у них такая фраза была, по-моему, это клип «В Питере пить». Все нормально, деньги есть. Так вот, это вот этой вот фразой можно описать ситуацию, которая сейчас в Украине. Вопрос еще раз, не только в деньгах, а в менеджменте, как ты ими распределяешь эти деньги, потому что у нас масса народа, тут народ орет, типа, почему вы на дороги перекладываете вместо покупки дронов? Или еще чего-то. Так вот, я еще раз хочу сказать, что вот если у кого-то есть хулиард или хулиард хулиардов, и ты завтра придешь, ну, я не знаю, на какой-то завод X, есть там пару у нас новых фабрик интересных, и Об скажешь, этом что тоже поговорим. нам надо завтра 100 тысяч дронов, то люди, которые это производят, они скажут, ребята, вы или идиоты, или идиоты. Потому что, чтобы оно летало и убивало русню, надо думать и менеджменить этот процесс длительное время. Ну, это все понятно. Ну, я скажу так, что воюющей стране нужны дороги. Воюющей стране нужно все. И я приведу такой Дело. пример из Как нашей... приятно с вами говорить. Потому что я тоже сторонник вот этого подхода, что надо делать все одновременно. И дороги строить, и ракеты. А тот, кто говорит или ракеты, или дороги, это манипуляция. Очень простая, но извините. Я приведу такой пример из нашего темного периода нашей истории, но он важен, потому что тут не важно кто, важно как. В 43-м году, если я не ошибаюсь, в Грузии появился новый сорт вина. Назывался он Хманчкара. В 43-м году. С чего было это? В 43-м году? Какая Хманчкара в 43-м году? Немцы на Кавказ рвутся. Но это ведь была большая идеологическая подоплека этому всему, что раз они делают хванчкару, какой-то сорт вина. Да, это узнало очень ограниченное количество людей, но тот, кто-то вот в это время
Это означает, что они уверены в победе. Этот момент, я думаю, он тоже интересен. И чтобы завершить эту тему, я вам задам конспирологический вопрос, на который вы, скорее всего, не ответите, но тем не менее нашим зрителям, чтобы нашим зрителям было понятно вообще, насколько этот вопрос, в общем-то, наверное, и не важен, но у многих он возник. А чей человек Рустам? Вот. Именно такой реакции я и Вы ожидал. знаете, я вам хочу сказать так, что, во-первых, Украина давно не делится на зелеботов и парохоботов. Он был депутатом 9-го созыва от партии «Голос». Партия, которая, ну, в некотором роде конкурировала с «Слугами народа». Есть масса депутатов, например, генерал Забродский, который был в парламенте по списку Петра Порошенко, который сейчас, по некоторым данным, является одним из замов Залужного. Еще раз, вот эти вот политические особенности вот сейчас они вообще не важны. И мне бы очень хотелось, чтобы вот этот вот процесс назначения кадровых, он базировался на профессионализме. Вот у нас же, знаете, как это, тут недавно была штука такая. Тут одна моя однокурсница хотела стать министром обороны. Ну, так поговаривают. И начали запускать такие темы, что следующим министром обороны должна стать женщина. Мол, это классно. А я такой сижу и думаю, критерий. Ну, я все-таки думаю, что должность министра обороны и другие должности, они должны формироваться не по половым признакам, национальным признакам, там еще каким-то признакам, а по профессионализму. Если вот так вот оно будет, то прекрасно. Но вообще вот в государстве вот эта вот фраза «чей человек», ну кто-то там говорит, знаете, что все у нас назначения, они делаются Андреем Ермаком, и, возможно, отчасти так оно и есть. У него, ну, такой функционал де-факто. Не де-юре, а де-факто он такой, что власть сконцентрирована в офисе президента, за это и президента, и Ермака критикуют, но, с другой стороны, они за все несут ответственность. Но я, вы знаете, не уверен, что здесь можно говорить вот ты тот человек или того ты человек. Есть масса народа здесь, которые хотят победу и изменения в стране. И они из разных партий. И вот эта категория людей, они всегда найдут общий язык. У нас же, знаете, вот тут тоже есть мнение такое, что вот у нас тут немножко прикрыли в СИЗО моего бывшего работодателя Игоря Валерьевича А, да, Коломойского. про это я тоже хотел спросить, Вот. Ну и что масса народа, змеи, потому что, да. ой, я прошу прощения, я сейчас просто скажу одну вещь. Опять-таки, я не живу в Украине. Для меня Украина не чужая страна, но я не живу в Украине. Но вот случай с Игорем Валерьевичем, это тот самый классический случай, когда за заслуги говорят спасибо. А дальше, ребята, отвечаем каждый за себя. Наверное, так. Да, но я к тому, что вот масса народа у нас тут решили, что это все показуха, что-то для американцев, что вот, мол, туда ездили на встречу с Селиваном руководители независимых, созданных по рекомендации Западом антикоррупционных органов, что вот все сейчас распетляют. Слушайте, я не знаю, как оно будет, но я, честно говоря, не уверен, что это показуха. То есть процесс этот политический, он продолжается. И будут и лоббистские усилия, и, возможно, тут только суды будут в течение 10 лет. И понятно, что тут есть элемент политической воли, который не было, потому что тут, то, что ему инкриминируют, это вообще 2018 года, так, на секундочку. То есть это еще было все известно при Петре Порошенко, президенте. Вот. Но в целом, по-моему, идут такие, знаете,
изменения в стране, которые невозможно остановить. Вот у нас даже сейчас, вот если мы эту тему затронули, депутаты хотят вернуть обязательное декларирование своих активов, но не публиковать это в открытом доступе. А наши друзья западные, которые дают нам деньги, говорят, нет, ребята, так не получится. Если ты депутат «Слуги народа», то ты расскажи, откуда ты взял то-то, ну, за последние годы. Все упираются, Коломойский упирается, возможно, кто-то в офисе президента тоже упирается. Но воля украинского народа, элементы внешнего управления, кстати, заметьте, внешнее управление у нас касается исключительно создания антикоррупционной структуры. Это так, хорошее так. Внешнее управление. Хорошее. Мне оно нравится. Я бы сказал, что можно больше. Ллойд Остин говорил нам, можно лучше. И это все меняется здесь и сейчас. Поэтому, как это, все нормально. Деньги есть. По Коломойскому я до этого сказал, что я хочу уточнить. Я, честно говоря, ну, не хочу судить о верности или неверности этого шага. Я просто хочу, чтобы все помнили одну вещь, что Игорь Валерьевич Коломойский – это человек, который в свое время сделал очень важный, решающий момент, сделал очень важную вещь для Украины. Это нужно помнить. А если он виноват, понятно, еще раз мы говорим о том, что это не индульгенция, конечно же, но не помнить того, что он сделал, тоже, я думаю, будет крайне неправильно. Я вообще к людям отношусь изначально положительно. А насколько стоило сейчас это делать, то я не знаю, потому что это нужно быть очень глубоко внутри украинского политика, честно говоря, чтобы стоило, не стоило, нужно, не нужно. Чего не знаю, того не знаю. И раз уж речь пошла о женщинах-политиках, одна моя подруга, даже друг, когда я приехал в Киев, а это было как раз противостояние вот, правительства и Миши, я приехал в Киев, ну что, звонились, я говорю, увидимся, слушай, говорит, времени, ну давай, говорит, позавтракаем, ну давай. Ну, приехали, значит, подъехал, я сели, ну, я думаю, что мы поговорим вообще о делах и так далее, а она мне сразу же в лоб, слушай, что хочет Миша? Я говорю, привет, я говорю, зачем меня позвала, узнать, что хочет Миша? Или вообще поговорить за жизнь, мы столько времени не виделись. То есть я к тому, что хорошо, что ваша однокурсница не стала министром обороны. Это портит людей. Ну, тут как это, где ж ты учился, что у тебя такие знакомые? Неважно. Как это, карьера ж на этом не заканчивается. Не заканчивается. Я к тому говорю, что сейчас хорошо. И вообще... Все равно сидеть-то они будут на заседаниях правительства с Рустамом Умеровым в одном зале. Несомненно. И давайте перейдем к большой политике, к международным делам. Вот, наша любимая тема. О, да. Глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью газеты «Le Monde», хорошо сказал, произнес название, почти по-французски, заявила следующую вещь. Россия была и будет. Значительная ее часть находится в Европе. Нам придется найти возможность совместно с ней вернуть крепкую архитектуру безопасности, которая учитывала бы позиции всех сторон в обеспечении стабильности. Попробуйте с ней поспорить. Разве что-нибудь не так? Я но с есть ней полностью согласен. Нет, но я есть с ней полностью нюанс. Согласен. Но есть нюанс. Но есть нюанс. Вообще, вот подобного рода заявления, они хоть как-то влияют на украинское общество? А что она плохого сказала? У нас тут тоже, мы ж не фантасты. Тут есть мнение, что после России будет опять Московия. А может и не будет. Вопрос спорный. И, соответственно, с ними как-то надо сосуществовать и вернуться к формуле не воевать друг с другом.
И, как ни странно, французское правительство, оно как раз работает над этим. Они нам нормально прислали сюда и скальпов, и цезарей. Вот как раз для достижения вот этой вот цели, о которой было заявлено. На сегодняшний день и каждый российский гражданин должен прекрасно просто еще раз это понять. От России никто ничего не требует сверхъестественного. Живите в рамках международно признанных границ. Это единственное базовое требование. Единственное. Причем выход из Крыма, еще раз, это же пойдет на пользу самой Российской Федерации во всех смыслах этого слова. Они, ну, перестанут умирать. Ну, много тут аспектов. Россия большая. Возможно, такой большой она и останется. Никто этого не знает. Поэтому я тут не вижу противоречий. Факт остается фактом, что таких заявлений много. И из сегодняшнего меня раздражают только наши венгерские друзья, которые говорят, что не поставляйте Украине оружие, но наши венгерские, ну, друзья в кавычках, соседи без кавычек, они же себя так ведут последних 2 года. То есть они просто, ну, такие, знаете, ну, паранацистские эти, они думают, что они смогут захватить Ужгород или часть Закарпатской области. Ну, как это, если человек нацист, то какая разница, какая у него национальность? Там разные аспекты, а все остальные страны и правительство, даже, вот я даже вспоминаю Макрона, когда он говорил, что надо Путину сохранить лицо. У нас за это его критиковали, а я не критиковал. Почему? Потому что он тем самым говорил, что давайте попробуем найти модель и указать российским нацистам на двери, лишь бы не было войны. То есть выглядит это наивно, особенно сейчас, но все равно надо работать в этом направлении. И в плане дипломатических усилий это правильно. Но, опять же, нацист, он убеждает, я говорю о Владимире Путине, что нет, самолеты поставлять, Таурус поставлять, российскую территорию минусовать, наносить удары и объяснять россиянам, идите домой. Идите домой. Русофашисто, иди домой. И перестанешь, как только ты это сделаешь, быть русофашистом. Руссофашисту облику аморале. Примерно так звучит эта фраза. Но я базовый принцип, конечно же, сегодня базовый принцип – это международно признанная граница. Я говорил, говорю и буду говорить. Международно признанная граница – это не для того, чтобы на земле был рай, а для того, чтобы не было ада. Но к этому базовому принципу я бы добавил бы еще два. Конечно же, уже сейчас это однозначно. Это репарации за нанесенный ущерб и выдача или, возможно, осуждение внутри тоже можно всех военных преступников. Но лучше выдача. Дело, ну вы сейчас говорите о формуле мира Владимира Зеленского. Она там из 10 пунктов, но вот это вот базовый, там основной, ну, базовый 4-й пункт, это как раз создание вот этой вот архитектуры безопасности, о которой говорят наши французские друзья, чтобы не было войны в будущем. Но тогда вывод российских войск, репарации, наказание виновных и создание гарантий для всех. Когда Путин говорит, что ему нужны гарантии безопасности, но это так странно. Вот, мне кажется, он унижает и папу Франциска со своей этой из Российской империи, всеми этими делами. Но получается, что Рашка при Путине не в состоянии себя защитить сама. Ну, согласитесь, это звучит странно. Нам нужны какие-то гарантии безопасности, когда они этот вопрос вынесли на международную арену. Ну, это говорит о том, что Путин обнуляет Россию. И похоже, он идиот. А возможно, не похоже, а так и есть. Не без этого, в Венгрии упомянули, есть такой Такер Карлсон, клоун, очень популярный, кстати, и известный клоун, но все-таки клоун.
которого коленом под зад вышибли с Fox News, и сейчас он гастролирует периодически. Вот он съездил в Будапешт, и в славном городе Будапеште он заявил следующую вещь, что США ненавидят Россию и Венгрию. Вот из-за чего бы вы думали, США могли бы ненавидеть Россию и Венгрию? Давайте такой вариант. Вот из-за чего? Подождите, подождите. Что-то я подзабыл, я это слышал. Я слушал это в эфире у семьи Скобеевых, но как-то пропустил мимо ушей. Давайте, чтобы я не угадывал дело, говорите. Из-за христианской веры двух стран. Из-за того, что Россия и Венгрия, они христиане, вот США ненавидят их. И, конечно же, администрация Байдена начнет горячую войну с Россией в 2024 году для сохранения власти. Вы знаете, вот вроде бы какая-то конструкция бред, да? А ведь в этом бреду можно найти вполне рациональное зерно. Только звучит это немножко по-другому. Соединенные Штаты так относятся к России и к правительству Венгрии, потому что они абсолютно неадекваты и используют в том числе и христианство как для прикрытия, ну, в случае с Россией, кровавых, страшных преступлений, а в случае с Венгрией для оправдания этих кровавых. А что касается выборов, Байден действительно, и администрация Байдена действительно очень постарается, чтобы к выборам 2024 года для сохранения их власти Украина окончательно победила. Вот это факт. Да, там получается, что самолеты как раз в это время начнут бомбить. Или, точнее, перед этим. Перед этим, чтобы уже успели к тому времени. Так что, да. Ребята. Ой, слушайте, Гела, так отвратительно, вот эти вот христиане. Что Орбан со своим Фидесом? То есть они же, по факту, вообще это все нацистские моменты. Значит, Путин убивает людей, убивает русских для защиты русскоязычных, потому что они называют себя украинцами. Карлсону, Такеру хочется сказать, там первая заповедь – не убей. Значит, венгры блокируют всячески поддержку и военную Украине, и блокируют вступление в НАТО, потому что требуют права венгерской общине в Закарпатской области. Ну, еще раз, Орбан еще та потвора, ну, то есть нехороший человек, если перевести на русский язык, потому что вне зонтика НАТО он оставляет венгерскую общину. Это же преступление. Если ты так переживаешь за венгров, то ты первый должен говорить, мы берем эту страну в НАТО, раскрываем зонтик безопасности над всеми гражданами Украины, в том числе венграми, которые, кстати, воюют точно так же, как и все остальные. И погибают. Конечно. Кстати, у меня вот вслед за этим эфиром будет эфир с очаровательной Женей Габер по поводу Турции, которая тоже, она, правда, мы с ней земляки, она из Одессы, но она вот будет считаться в полной мере членом вот этой самой венгерской общины. То есть Орбан фактически оставляет без зонтика Женю. Так выходит. Ну, именно так. И согласитесь, это выглядит отвратительно. Согласен, что это выглядит отвратительно. И мы уже говорили про войну. Вот Столтенберг, который главный в НАТО, он заявил следующую вещь. Вот. На днях. ЗСУ воюет так, как НАТО не могло и мечтать. Наверное, что-то случилось. Ну, все анализируют ход боевых действий, перспективу боевых действий. То есть, получается, насколько я вижу, за этих 2 месяца посмотрели, как освобождать украинскую территорию, сделали выводы. Сейчас будут изменения в номенклатуре поставляемой военной техники и боеприпасов. Ну а дальше что? Жест доброй воли. И на болотах будут орать, там, бей кого-то.
украинцев, таджиков, узбеков, я не знаю, евреев, спасай Россию. Ну, вот так вот. Ну да, ну да, ну да. Как обычно у них это и бывает. И у нас остается не так много времени, поэтому... А, подождите, еще одно, что не могу пройти мимо. Значит, ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Это ваша цитата из известной песни по поводу ракетной программы Украины. Нет, у нас тут масса талантливых людей. Это Алексей Данилов написал, наш секретарь Совета национальной безопасности. А я у вас увидел просто, поэтому... Не, ну перепостил. Я Я прошу вообще... прощения, Роалти Данилову, я прошу Да, прощения, я же... их больших Понимаете, начальников обижать вообще нельзя. те, кто укрепляют безопасность и оборону нашей страны, надо сказать, что они это делают. И когда они заявляют о том, что мы сделали ракету, которая летит на 700 километров, я, конечно, как и Ллойд Остин, говорю, что этого мало и нужно больше и лучше. Почему? Потому что с Хрещатика до Красной площади, если я не ошибаюсь, 856 километров. Но... Вам так и обязательно с Крещатика именно стрелять? Да. Мне обязательно с Хрещатика, потому что у нас же будет, знаете как, только это произойдет, когда несколько десятков, а если понадобится и тысяч ракет взорвется в Москве, то жители этого симпатичного городка, они скажут, а зачем это все? И когда будут эти ракеты у Украины, будет действовать вот этот вот стандартный пакет так называемого сдерживания. Вот я из этого исхожу, и видно, что у нас очень масса народа работает над этими средствами поражения. И когда ты читаешь, что на оккупированных территориях или в каком-нибудь вонючем Пскове, я там, кстати, жил тоже, и в Черехе тоже был, расставлял в детстве радиомаяки для ударов украинских беспилотников картонных. Вот. Что-то взрывается, ну, это, конечно, захватывает дух, но уже не так, потому что это обыденность. И так будет продолжаться. Представляете, в Курске в здание ФСБ попал дрон и взорвался. Надеюсь, все погибли там. Хотя была ночь, эти товарищи едва ли напрягаются по ночам. Но, как это, россияне, до СВО, как вы это называете, такого не было, а теперь есть. Насчет по И ночам. да, Шнур прав, Москва сгорела, ну, сгорит точнее. Насчет по ночам напрягаются, но не ижовские нынче времена, пока не ижовские, я бы сказал. И у нас действительно остается не так много времени, поэтому давайте перейдем к блицу, но я бы хотел бы несколько такой блиц провести. Странно, потому что то, что по тем нарративам, о которых мы раньше проговаривали, и вот сейчас, как они звучат, вот это было бы, это интересно, потому что нужно. Ну что, скоро в Украине будут выборы? Я не уверен, если честно. Многие об этом говорят, но я не понимаю, как их проводить. Понимаете, выборы – это значит, надо сказать, что на первом этапе войны президент Зеленский и команда допустили ряд важнейших ошибок. Но выборы будут так говорить. Теперь внимание. Когда продолжаются боевые действия, и нашему солдату, такому красивому, но не настолько высокому, как я, говорят, что его президент ошибся, как ему воевать? И, ну, я не вижу места для выборов. Все возможно в этом мире, но я не вижу. Ответ блиц. 90% что нет. Ну да. Запад устал, и Европа больше не будет помогать Украине. Они еще и не начинали. Очень.
Хорошо. Народ в Европе любит Россию и надеется на нее как оплота традиционных христианских ценностей? Да все живут своей жизнью, им наплевать на Россию в принципе. Там люди немножечко шокированы, когда видят, как российские бомбы влетают в украинские дома, и они себя ставят на наше место. А так, ну, слушайте, у них своя жизнь. И слухи о том, что женщины в Англии продаются за отопление или отдаются, который распускает Ольга Скобеева, слишком преувеличены. Да уже привыкли все к этому, что отдается, ничего страшного. А может, у них совсем другая мотивация, кстати, тоже По вопрос. любви, да. Да, все надо делать по любви. Сизм жуткий, простите меня. Значит, идем дальше. Украина так и главный подозреваемый в диверсии на северных потоках? Не думаю. Подозреваемый, ладно. Ну, Да, может, пусть на нас могут валить все, но не думаю. хорошо. Значит, все-таки кто оказался прав? Основные американские генералы или маститые военные эксперты, известные? Основные, маститые, напоминаю, маститые американские генералы говорили о том, что, ребят, что вы глупости говорите? В современной войне воюют так, как воюют, тем более с такими линиями обороны и так далее. А вот маститые известные эксперты, я не буду называть их фамилии, их все хорошо знают, говорят, да нет, но Украина ничего не получилось, и все, это не наступление. Это то, что вы описали, вторая сторона демократии. Дурь каждого полковника в отставке, будь то Великобритания или США, должно быть видно. Хорошо рассказывать, хорошо быть Скоттом Риттером, быть звездой российского телевидения и ни за что не отвечать. Естественно, нет, но, к сожалению, там не только вот клоуны, но и очень такие известные эксперты, но теоретики, эксперты-теоретики говорили о том, что ой-ой-ой, и на них ссылались, ну как, говорит, вот сам, ну ладно, хорошо, ну чего я, блин, а Лютвак, сам Лютвак сказал, ну извините, Бен Ходжес оказался более компетентным, нежели сам Лютвак. Ну, потому что Бен Ходжес знает, о чем он говорит. А теория, она, конечно, прекрасна и так далее. Ну и как закончится война? Победой Украины. Абсолютно. Абсолютно точный вопрос. Знаете, да, эту историю по поводу того, когда во Франции упал воздушный шар, туда вылезают двое, честно говоря, начало 19 века, и спрашивают, где мы находимся. А мимо идет математик. Он на них посмотрел внимательно и сказал, вы находитесь в корзине воздушного шара. Абсолютно точно. Огромное спасибо, Роман, за очень-очень интересную беседу. Все будет Украина. Верим в ЗСУ и слава Украине. Героям слава. Спасибо, Гела.